В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что к ремонтным работам на поврежденном участке полотна приступили оперативно. Часть из них уже завершена. Мы в курсе ситуации по улице Целинной. Начался оползневой, скажем так, процесс. Мы провели превентивные мероприятия, подрезали срыв асфальта, так называемый. Провели гидроизоляцию трещины, провели обследование этого участка на предмет составления дефектной ведомости для дальнейшего запроса финансирования. Сейчас сделан запрос на проведение проектно-изыскательских работ на сооружении подпорной стены. Ну а в целом на текущий год намечена полная диагностика всех оползневых процессов. Это около 220 оползней на 50 участках дорог. Для их ликвидации требуется немалая сумма – порядка 1,5 миллиарда рублей на проектирование и около 10-15 миллиардов для осуществления работ. Участки дорог в критическом состоянии будут отремонтированы в первую очередь.